самый главный критерий отбора банщика. Абель Лебедович, как вы определяете, вот это хороший, качественный банщик или нет? Есть ли у вас какие-то критерии? Прежде всего, да, это профессионализм. Это как он ведет эти процедуры, как он это понимает. Потому что у нас же вопрос в чем? Нужно, многие меряют качество бани, это зашел 90 килограмм, вышел 85. О, классный банщик. А там зашел, вышел, потерял все килограмм, там плохой банщик. То есть тут вопрос в чем? Действительно, нужно контроль на входе в баню. То есть нужно человеку измерить артериальное давление, пульс посчитать, посмотреть на его реакции. Посмотреть на его внешний вид. Потому что если заходит клиент, у которого темные круги под глазами, я понимаю, что он уставший зашел. Он мытарил свой организм там непонятное время и зашел в баню оздоровиться, а баня его нагрузит дополнительно. И тут банщик должен понимать, ага, у него есть эти проблемы, значит я его парю аккуратно. Да, он в парной меньше, отдыхает больше. И вот этот дирижер он контролирует. Потому что на самом деле ну, все оплеухи, и все аплодисменты ловит тот банщик. Uh-huh. То есть ему главное вот как можно меньше оплеух, как можно больше аплодисментов, потому что, опять-таки, действительно, в любой бане, так или иначе, это бизнес. То есть человек зашел, он получил удовольствие, он придет еще. Он получил здоровье, он придет еще. Если его перепарили, или если его распаренным жестко в ледяную воду и там хорошенько подержали, ну, такие клиенты могут быстро заканчиваться, и бизнес начинает сворачиваться, несмотря на любые внешние условия. Поэтому тут вот от банщика очень многое зависит. Это действительно, это вот... Это искусство. Найти, вы знаете, я вот общаюсь с банщиками и учу их, как правильно париться, вернее, как правильно парить, и самому, как в этих условиях нормально. И тут видно, вот по тем вопросам, которые люди задают, некоторые просто, вот он, да, он отбывает номер, у него цигель-цигель, время и все. А некоторые понимают, что это непростая процедура и для клиента, и для него. Огромное. И вот они должны оба выйти с плюсом. Огромное, огромное вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напомню, что у нас в гостях был Скачко Борис Глебович, врач-терапевт, фитотерапевт, диетолог, профессиональный банщик. И Матвеев Алексей Николаевич, владелец банного комплекса. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра и в 16:50 вечера. Будьте здоровы!